Привет, мои браты и мои сестры. Да, сегодня снова находимся здесь, в Саут-Каролине. Час 15, час 20 езды. По приглашению пастора Сергея будем на подростковом служении. Я и пастор Джонсон служить. Поэтому рады от Господа такой возможности послужить нашему новому поколению, как мы говорим, New Generation. Поэтому, друзья, очень важно в это время, когда действительно во всех странах загорается Божий огонь. И это нормально, это Бог дает возможность действительно согреться, восстановиться, исцелиться и обратно идти за Господом. Друзья, время, не время спать, потому что дьявол, как ворошиловский стрелок, стреляет кого чем, кого блудом, кого пьянкой, кого порнографией, кого как. Знаете, вот это тот искусный лев, змей, прямо бегущий, сгибающий. Поэтому моя просьба, друзья, не сдавайтесь. Будьте крепкие, открытые, побеждающие наследуют. Не проигравшие, а побеждающие. Пусть Бог вас благословит быть победителем во Христе Иисусе. Любим, молимся за вас. Благословения вам. С Богом.